Книга «Открытым оком», том 3, тема «Церковь», вопрос 1182. Как вы думаете, почему у церкви нет настоящих нищих, а стоят запившиеся бомжи, курящие и матерящиеся, и им подают? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Почему они не стоят возле кинотеатра, возле редакции, милиции? Очевидно, только потому, что им там никто ничего не подаст. И более того, могут их прогнать и забрать. Значит, возле церкви они стоят потому, что в церковь приходят те, кто ничего не знает из Писания и душою своей не чувствует, что делает злое дело, подкармливая тунеядцев, живущих паразитически. Иначе сказать, прихожане церкви – это самые глупые люди во всем городе. А ответственность за все это падает на священников, которые не научили свою паству правильно подавать милостыню. Книга Сирахова, 27 глава, 9 стих. «Птицы слетаются к подобным себе, и истина обращается к тем, которые упражняются в ней». Мне лучше бы всю жизнь ради сухого хлеба дробить булыжники или дрова колоть, чем по земле бродить с такой жаждой неба, так мучиться своим призванием Господь. Слова в душе моей рождаются, как стоны, они огонь и кровь моих открытых ран. Заика Моисей, я стражду без Аарона, который бы тобой мне был в подмогу дан. Так дар чудесный твой мне стал проклятием сущим, вплоть слово облеклось, но пеплом стала плоть. Пошли мне верного апостола Господь, чтоб темный лепет мой он объяснил живущим. Польша, Юлиан Тувим, 1894-1953 годы. В вечерний час ты хочешь лечь? Постой, что за день сделал ты, ответь сначала. Мир каждый миг меняет облик свой, врасплох тебя бы утро не застало. Хоть только капля в море, песнь моя, она должна греметь грозою века и жечь его коросту, ведь я творю грядущий облик человека. Чехословакия, Ондра Лысогорский. Родился в 1905 году. И согревается лучами солнца все, что землей рождается твоей, и даже древний блеск твоих церквей все продано за звонкие червонцы. Испания, Антония Мачадо, 1875-1939 год.